Уважаемые граждане нашего города, в этом году у нас масштабное мероприятие проходит — всероссийская перепись населения. Большая будет просьба, пожалуйста, будут наши люди ходить, переписчики, чтобы вы лояльно отнеслись и переписались на тех планшетах, на которых вас будут переписывать. Или посетили многофункциональный центр, там будет стационарный участок. А также по всем 12 школам у нас будут расположены переписные участки, где вы тоже можете переписаться самостоятельно, а также на госуслугах. В связи с этим у нас продолжается набор переписного персонала. Если есть желающие, пожалуйста, не работающие, свободные, знающие планшет, грамотные, коммуникабельные, умеющие общаться с людьми, подходите. Мы находимся в здании МФЦ, 3-й этаж. Орджоникидзе 3А, городской отдел статистики. На дверях у нас написано «Городской отдел статистики», кабинет этого нашего отдела.